Шалом, братья и сестры. Сегодня у нас десерт. Мы немножко устали от всех разных блюд. Тем более лето, сейчас охота просто чаек попить с какими-то вкусняшками. Мы делаем кастеллу. По ходу дела буду уже объяснять, что это за блюдо. В первую очередь нам нужно муку просеять. Нам нужно 100 грамм. 100 грамм. Молока. Нам нужно еще 100 грамм сливочного масла. На этикетах обычно, видите, нарисовывается. Вот так вот. Сделайте. 50, 100. Сюда. И на водяную баню. Пусть медленно растапливается. Мы должны поддерживать температуру этой жидкости примерно до 50 градусов. Мне доводим до кипения. Она сейчас растает, и мы сейчас добавим в муку. И мы еще отмеряем 100 грамм сахара. Масло, сливочное масло и молоко. Теперь добавляем сюда и помешиваем. Я добавил еще 100 грамм молока. Должна получиться такая вот нежная такая консистенция. Теперь вливаем яичко. Вот такое должно получиться. Сюда мы вливаем еще чайную ложку ванильного экстракта. Если вам нравится яичный запах, и вы любите этот запах, не добавляйте. Мне он показался слишком сильным, я его добавлю вот, чтобы не так сильно чувствовалось. Все. Теперь смешиваем белок. Перебейте белок для появления белой пенки. Сахар добавляйте в 3 этапа. То есть добавляйте треть. Опять. Третий заход. Смотрите, какой консистенция. Если она фиксируется, она не падает никуда, значит, вы уже все правильно сделали. Оп. Мы вот эту жидкость добавляем сюда. Тоже не сразу, поэтапно. У нас ингредиенты ровно на формочку 20 сантиметров. Хорошо? А даже чуть побольше, 21. Но, да, ничего страшного. И чтобы сделать идеальную формочку, я вам сейчас подскажу, как это делается, чтобы у нас кастелло не пролипало. Я поставил формочку, отмерил углы. Режу прямо. Люблю поднять. И вот так вот форму держу. Перекладываю формочку. Раз. Вот, в принципе, наша формочка. Проведите форму. Вливайте медленно, чтобы формочка она у нас распределилась тоже равномерно. Такой звук поближе с ними. Ставьте палочку. Проведите туда и сюда. Нужна, конечно, формочка побольше, чтобы она полностью легла, но у нас есть только такая. Создаем водяную баню. Все, мы вставляем.
очень осторожно. Так, мы проверяем на готовность. Втыкаем максимально глубоко. И трогаем пальчиком. Если есть какая-то влага, вроде бы нету. Сам шоколад нежный. Бисквит прям тает во рту, то есть даже его